Физкульт, привет, друзья! Сегодня важная тема, мальчишки и девчонки, раз многие из вас задают его. Звучит он следующим образом. Немало ли подходов я делаю, но чаще немного ли подходов? Возникает этот вопрос у вас, друзья, после просмотра моих тренировочных видео, либо моих коллег по цеху. Поэтому очень важно понимать то, о чем я всегда говорил. Смотрите, для начала еще разочек. Что такое работа в отказ, до отказа и за отказ? Ну, за отказ мы разбирать не будем. Это понятно, когда вы уже не можете вообще никак выполнить упражнение. И вам в концентрической фазе помогают его выполнить, а вы работаете уже исключительно в негативной. До отказа, друзья, это когда мы с вами работаем до того момента, как нас задавит, либо до того момента, как вы не можете больше в идеальной технике выполнить концентрическую фазу движения. Грубо говоря, на примере жима штанги лежа, когда вы не можете технически грамотно уже отжать штангу от груди в верхнюю позицию. Работа в отказ – это когда вы работаете как раз уже, как раз до того момента, когда вас придавливает. Это не делайте так никогда. Когда вы уже технически не можете выполнить движение. Так вот, смотрите, простая формула. Когда мы с вами работаем прям вот в отказ, мы делаем один рабочий подход. И дальше уже по убывающей. Чем дальше от наступления отказа, тем больше рабочих подходов мы с вами в состоянии должны выполнять. Даже работая до отказа, когда у вас остается или вообще не остается в запасе повторений, вы делаете максимум 3 рабочих подхода. Но для большинства людей, особенно на начальном уровне, это нужно понимать, достаточно делать один рабочий подход. Потом, по мере роста вашего стажа, вы уже будете добавлять по рабочему подходу. Только так и не иначе. Потому что если вы сразу будете делать энное количество подходов, для примера возьмем 3 подходика. Я уже много раз приводил этот пример. Вы не будете знать, в какую сторону вам двигаться, если у вас остановился прогресс или его вообще нет. И вы не будете знать, куда вам идти. Налево, направо, прямо, как в той старинной сказке. И камни направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, голову отсекут, что-то такое. Но когда вы делаете изначально один рабочий подход, вы четко понимаете, что вам нужно сделать, что все правильно, прибавить еще один рабочий подход. Вот такая простая, друзья, система. Простая, надежная, но что самое главное, эффективная. Всем здоровья!